Друзья, перед вами один из наших питомцев. Это Эртик, Эртан. Малышу было 3 месяца, когда его нашли без сознания на железной дороге. Окровавленного, оглушенного. И это чудо, что его не раскатал поезд. Ребенка забрали, прооперировали. Подлечили. Надеялись, что очень быстро найдем ему дом, но, к сожалению, не всем инвалидам везет. Хотя мальчишка у нас чудесный. Ласковый, веселый, озорной. Замечательный, хороший ребенок. Сейчас ему около года. И сейчас, друзья, ему необходимо новое обследование в клинике, чтобы посмотреть, как срослись и как выросли его суставчики и лапки. В лапке. Потому что малыш до сих пор не наступает на лапу, наступает очень плохо. И для того, чтобы убрать последствия, нам необходимо еще раз его обследовать. А это, как вы понимаете, траты. Ребята, сейчас у нас новый питомец, который нуждается в вашей защите, в вашей поддержке, в вашей помощи. И это только начало. Да, ребята, мы спасаем, мы лечим. Мы поднимаем их на лапки. Но только с вашей помощью мы можем находить им дом. И только с вашей помощью мы можем их накормить. Друзья, в приюте опять очень тяжелая ситуация с кормом. Друзья, корм – это все. Корм – это жизнь. Сегодня, ребята, Рождество. И я всех вас поздравляю с Рождеством Христовым. Я всем вам желаю света, добра и тепла. И я всем вам желаю вспомнить о милосердии, о сострадании к ближнему. И неважно, что этот ближний стоит на 4 лапах. Планета, она для всех. Друзья, мы все на ней гости. И я прошу вас быть сострадательными, милосердными, добрыми. Такими, какими, наверное, хотел нас видеть Бог, но пока не видит. И, возможно, поэтому он так редко заглядывает на нашу планету. И, наверное, поэтому так много на ней зла. Но если пустить все на самотек, ребят, мы же сами себя погубим. И обречем наших детей и внуков на тяжелое существование в дальнейшем. Ребят, хоть немного надо бороться с равнодушием, с усталостью, с отуплением вот этим, с безвыходностью. Ребята, а бороться все равно надо. Главное, не сдавайтесь, мои хорошие. Никогда не сдавайтесь, как бы вам трудно ни было. И все, все будет хорошо. Не только потом, а уже сейчас. С того самого мгновения, когда вы примете решение «не сдамся». С этой минуты, ребята, у вас начнется другой путь. Более чистый, светлый, уверенный. Потому что судьба предлагает много путей, но дорогу мы выбираем сами. Приют «Лохматая душа», фонд «Лохматая душа». Нас никто не заставлял его создавать. Он получился сам собой, экспромтом. Просто вот я до сих пор не могу понять, как он возник. Я не смогла пройти мимо одного щенка, а в результате сейчас за спиной 1500. И да, ребята, возможно, я не права. Потому что не могу жить сама спокойно и не даю вам. Но мне кажется, это правильно. Это правильно – сохранить в душе тепло и доброту. Я в вас верю, ребят. Я верю во всех, кто все эти годы рядом. Мы же люди с вами. А у них, кроме нас, никого нет. Только мы. Мы – люди. И я прошу вас, друзья, отзовитесь, пожалуйста. Нам нужен корм. Друзья, мы не только просим на корм. Мы показываем вам тех, кто очень нуждается в нашем повышенном внимании, в нашей повышенной помощи. Ребята, перед вами те инвалиды, которые у нас выздоравливают, те, кто лечатся, те, кто живут давно. У нас много искалеченных зверят. И живы они только благодаря вам. Пожалуйста, ребята, давайте не будем про них забывать.
И, пожалуйста, ребята, отзовитесь. Потому что то, что мы их прооперировали и спасли им жизнь в самом начале, когда им было страшно, тяжело и больно, сейчас им не менее нужна помощь, чем тогда. Потому что сейчас на выздоровление требуется гораздо больше сил. А это корм, ребята, это витамины, это внимание, это тепло. Пожалуйста, друзья, мало того, что эти ушастые родились бездомными, так их еще и искалечили. Прошу вас, только наша доброта может их спасти, поддержать и дать путевку в новую жизнь, в новую семью. Пожалуйста, мои хорошие, давайте не будем забывать про тех, кому с вами спасли, и тех, кто сейчас находится в вольерах, наравне со здоровыми, испытывают также лишения. Зачем же мы их спасали? Чтобы забыть? Не верю. Мои хорошие, вспомните о тех, кого вы спасли, над кем вы плакали вместе с нами. И когда вы радовались, когда мы смогли проделать эти операции, и дети пошли на поправку. Друзья, перед вами инвалиды лохматой души. Это не все. Спасибо вам, друзья, за то, что вы с нами. С праздником вас Христовым. И да не скудеет рука дающего. И да наполнится ваше сердце и ваши дома счастьем и благополучием. Я обращаюсь к вам с просьбой. Пожалуйста, используйте систему PySend. Она работает везде. Мы проверили. Система работает. Будем рады вашим откликам. PayPal мы восстановим и сообщим. А сейчас, друзья, пожалуйста, переключитесь на систему PySend. Всего вам самого-самого доброго.